Всем привет! Мы сегодня приехали на Иртыш, на речку, порыбачить. Много народу. Вот стоит моя удочка. Ну вот она. Много людей и с семьей, и с палатками. Много. Погода сегодня хорошая. Загораем. Сейчас Лёша еще удочки закинет. Шикарная погодка. Выехали с речки, заехали вот на заправку. Мы, получается, у нас район здесь нефтяники, мы, получается, за ними. И здесь прям так, ну, такой запах, в общем, непонятно, или газом пахнет, вон там тоже труба, ну, там нефтезавод. И прям так, такой запах вообще ужасный. Мы хоть тоже как бы и на окраине живем, но все равно у нас там не сильно. Тоже заводы всякие разные, но особого такого запаха нету. Здесь прям чувствуется. Всем огромный привет! У нас после недели жары теперь дождик идет с самого утра. А я продолжаю свою рубрику «Неделя до зарплаты». И сегодня думала, что же приготовить. В общем, остался у меня кусочек фарша. Я готовлю супчик с фрикадельками. И вот такой вот большой казан тушеной капусты просто с фаршем. Фарш, морковка, лук у меня обжарились. Сейчас добавила вот капусту. Сейчас все это закрою крышкой. И пусть она у нас там себе тушится. Кстати, рецепт бигуса я вам оставлю где-нибудь здесь сверху. Посмотрите, как вообще я его готовлю, и получается очень-очень вкусно. Были мы... В общем, когда есть время, когда есть выходные, мы стараемся выехать куда-нибудь на природу, так как было вообще 30 градусов, мы ездили и загорали, я вон подзагорела. Не показываю себя, потому что утро, я еще как бы уход за своим лицом не совершала. Так что попозже, может быть, и покажусь. Лицо тоже загорело. У меня, в общем, конопушки повылазили. Это у меня они со школы, конопушки эти. Пыталась тоже с ними как-то бороться, но поняла, что, естественно, то не безобразно. Пускай они у меня будут.
что еще вам рассказать? Ездила я вот в деревню, пропололи мы картошку и в поле, и возле дома помогла родителям. Ну что, ребята, это у нас уже следующий день. Мы вчера вечером ездили на картошку в поле. Весь огород пропололи. И вот сегодня здесь возле дома прополим. Не особо тут травы. Ну и в поле тоже не особо травы. Вот взяли. Очень много комаров. Адапа, иди сюда. Это по ветру. Сорвали мы один грибок. Идем назад к машине. Дождик идет. Комаров тьма. Все вон штаны, все мокрые. Комаров вообще ужас. Хоть и побрызгали тоже этим рифтамином. Много уже земляники. Ну, такой зеленый. Тепла нету. Видите, ой, комаров, ужас. Как вы видели по прошлым влогам, они меняли крышу, сейчас хотят. В общем, такая ситуация. В общем, да, слово паразит. В общем, в бане начал сыпаться потолок. К ним приехали рабочие, начали все это делать. И получается, что и стены там тоже сгнили. Баня у нас из шпал в деревне. И приходится им вообще полностью сносить баню. Если мы туда поедем, я, может быть, что-то вам покажу, если мы поедем. Вот, переделывают полностью баню. Тоже, конечно, это ломать не строить. И нужны и деньги, и материал нужен, все на это. Так что вот так. Я сегодня дома одна, Лёша на работе. Писала тоже вам по поводу кое-какой новости, но я об этом расскажу, не знаю, может быть, в конце июля, или даже в августе, не знаю. Как все удастся, как все получится, я вам все обязательно расскажу. Выхожу, ну, не снимаю влоги, так как некогда, много дел очень. Вот такие вот дела. У нас кот что-то тоже маленько приболел. Или то, что было жарко, или что, он прям
не пил, не кушал. Потом Лёша его искупал. У нас, кстати, выключили горячую воду. Получается, неделя уже прошла, сейчас идет вторая. Вот на 2 недели выключили. И греем все в кастрюльках. Ну, неудобно, конечно. Но что поделать.